В минувшие выходные стартовало открытое первенство и чемпионат города по традиционному ушу. За 3 соревновательных дня судьям необходимо выбрать лучших из 200 участников. Первый раз мы в 3 дня их проводим, потому что добавили некоторые еще виды, так сказать, в пробном варианте. Это дадзянь, поединки на мячах, и туй-шоу. Это тоже прикладное направление применения традиционного ушу в паре. Ушу – сам этот термин означает военное искусство. То есть помимо боевых навыков требует от спортсмена пластики и артистизма. Вот, например, подражательный стиль. Бойцы в своих выступлениях подражают различным животным. Наиболее близок к ушу другой вид спорта – гимнастика, спортивная или художественная. Неудивительно, что лучшие бойцы – выходцы именно из гимнастических секций. Я 6 лет занималась танцами, и потом мне захотелось именно в борьбу. Мы ходили в карате, но у нас там не получилось. И наши друзья, мы тоже вместе ушли из карате. Для детей этот вид боевых искусств наиболее интересен. Все начинается с игры, с желания научиться управляться с различными видами оружия, с интереса к необычным костюмам. И перерастает в понимание глубинного смысла философии ушу, контроль над своим телом, духовное развитие. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.